Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Доренко ехал на мотоцикле по центру города. Ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Источник ленты РУ в правоохранительных органах сообщил, что 59-летнего журналиста доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, где он скончался. Доренко стал главным редактором «Говорит Москва» в 2014 году. До этого он возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». С 1996 года по 2000 он работал на телеканале ОРТ, сотрудничество с которым было прекращено после репортажа про гибель в Баренцевом море подводной лодки «Курск». Сергей Доренко был дважды женат. У него остались 5 детей. Приносим свои соболезнования.